Встречайте, представитель города Благовещенска, Андрей Левшин! Всем привет, я Левшин Андрей, приехал представлять город Благовещенск. Это мой третий профессиональный бой. Надеюсь показать достойный бой. Здравствуйте, я Руслан Гелязов, приехал с Кемеровской области города Киселевска драться по версии драка в городе Чите. Все свои победы посвящаю своим родным. Чемпиона Мурской области по панкратиону и рукопашному бою 23 года, вес 85 килограммов, рост 180 сантиметров, 2 боя, 2 победы, Андрей Левшин! Чемпион России по армейскому рукопашному бою. 5 боев, 2 победы, 22 года. Рост 182 сантиметра, вес 84 килограмма. Руслан
Еще раз аплодисменты бойцам, они подарили нам только что очень встречный бой. Просто нам нужно прийти на огромной скорости. Thank you.
Итак, дамы и господа, еще раз ваши аплодисменты. Этот потрясающий бой окончен. Я приглашаю в ринг для награждения президента Международной Федерации Драка Дмитрия Сергеевича Тюкалова. Под ваши аплодисменты. И еще раз аплодисменты этим бойцам, которые подарили только что потрясающие нам зрелище. Отличный поединок. Это вот никого не оставил равнодушно. Итак, в третьем раунде удушающим приемом победу одержал Андрей!